двери. Со мной. Ха! Потренируемся сейчас. Вся компания. Вот так, молодец. Со мной будешь тренироваться, помогать мне. Вот надо электричество. Молодец ты. Ага. Муська! Лиса, иди поцелуйся. Перри, сюда. Перри, ко мне. Иди ко мне. Так, вот не мешай. Все, я сам возьму. Перри, я сам не трогаю, я сам возьму. Не трогай. Так. Уже 2 часа тренируюсь. Опа. Нос-то в песке испачкал весь. Иди, вычисти его. Да. Все, хватит. Хватит тренироваться. Да? Хорошо, заканчиваем. Заканчиваем. Время. Все, заканчиваем. Не трогай, Жень. Заканчиваем. Ну-ка, иди, нос в песке весь, как этот дурень. Иди в снегу помой. В снегу помой его. Только не разговаривай. А так все, до единого. О, хорошо. Помылся. Чистым снегом помылся. Помощник мой, Перри. Помогает мне тренироваться. Мы живем в Норильске, климат там не подарок, зима 50 градусов, да еще с ветром. Он встает в 5 утра, идет на гору, в пургу, в плавательный бассейн, а оттуда идет на рудник на работу. Работал крепильщиком, учился, работал механиком, потом снова в бригаде проходчиков. Кстати, у них на руднике Заполярный была бригада, и в ней 7 мастеров спорта. Дорогие друзья, вы сейчас
стартовали по юрисы. Слушай, как поставили барьер? 7, правильно. Какой 7? 4 метра. 7. Поставили 8. В этом забеге. 5 метров без барьера. Неправильно барьер. Ну так вы сами ставили. Вы же сказали, вы поставили. Да, все. Как вы поставили, мы даже вам не ничего. 4 или 5. 7 метров стояло. А тут 8, заметьте. 8, а тут 8 стояло. Ну вот, смотри. 7 метров делали. Вы не знаете, сейчас вы барьер поставили. А, ну уже есть уровень проверять. Правильно стоит, слушай. Вот, вот там не делали. Хорошо, еще раз. Подожди. Перебегает. За сектору, за сектор все по одному. Ну, за сектор уйдите! Что первый раз? Участники первого финального забега у мужчин. Результаты по 17:02 Валерий Кохнев. Показал результат 1:07.2. Анатолий Радзинин Сделали у меня накладка, три вида. По программе барьеры должны быть 12-го. А у меня сегодня 6 ядро и третий вид барьера. Это все в течение 20-30 минут. У меня все это, вот я барьеры пробежал, два раза толкнул ядро, теперь вот еще буду толкать 4 раза. И шестом, прыгаю попытку шестом, бегу на ядро. То есть в течение 20 минут у меня три вида. И у меня ноги вот это не успели восстановиться. То есть я не мог толкнуться как следует. И потом форма уже сентябрь, форма пошла на убыль после Европы и все. У тебя звук есть? Хотел тебе рассказать про грибы. 120 килограмм грибов вот сюда ехать, а я накануне принес оттуда... От Волкова 60 килограмм грибов на себе. Там эта узкоколейка вся перевалена этими, этот самый ураган был. Вот я где перелезу, где и на себе 60 килограмм. И жалко и бросить. Грибов таких никогда не видел. Начиная от таких копеечек
И два белых вместе, и три белых вместе. И вот такие по несколько килограмм вот такой корень. Ну, вообще сказка, я как принес. И представляешь ты, я это дошел до первого дома в Волкове. И уже все, падаю. И там меня эта жена встретила. Я пошел, у нее взял ключи, пошел, взял машину и приехал. Я уже в гору пустой не мог подняться без грибов. И вот это все. И на следующий день я вот поехал. Ну, разве отойдешь, это все вот это. И тут еще и вот с программой не так. Да. Жена скажет, жадный ты все это. И с грибами жадный, и в соревнованиях жадность. Нахватал как этих, как блох. По осени мы ездили за грибами. Я осталась с машиной в Волкову. Анатолий ушел в лес. Жду его. Уже взяла мобильный, начала звонить. Он говорит, выходи меня встречать на поляну. Выходит. На спине рюкзак, впереди рюкзак. И в одной и в другой руке по большой сумке. Еле-еле идет, думаю, сейчас упадет под тяжестью. Белых грибов в море. Угощали и соседей, и родных, и сушили, и морозили. Так что у меня дед такой заядлый грибник. Ягоды не любит собирать, но грибы – это его страсть. Я думала раньше, что только боксеры разбивают челюсти и брови. А оказывается, и в легкой атлетике неизбежно. Прыгал с барьерами и упал, два ребра сломал. Через несколько месяцев чемпионат Европы в Финляндии. Норвежец пытался обогнать его и попал шиповками прямо в колено. Была сильная травма. Хорошо, что мениск не разорвался. Ну, опять лечили. Но все равно с такой травмой он серебряную медаль завоевал. Сколько надо было терпеть. Ну, приехал весь в бинтах. Двадцать шесть, семьдесят три. Овсянников метает. Бондаренко. Бондаренко готовится. Бочаров за ним. Что на металле, то не может быть. Да? Рулетка была до конца, еще добавляли. Куда деваться? Давай 12:30. 12:12. Она победитель почета. Победители призер прыжка. 55. Ждал копье. До свидания. Пока последний участник. Он нравится он вашим копьем, никуда не денется. А он легче берет.
Замеряем. Сразу в поле идите, копье принесете. Андрюш, можно я один раз с местными? Никак нельзя. Нет, для себя. Нельзя, есть правила нарушать. Еще люди метают. Все уже, все закончили. Последний, что ли? Да. Нельзя все метать. Все, копья чьи, ребята, чьи копья, забирайте. Спасибо вам. Так что вы на меня больше не хотите. Сейчас, секундочку. Я без газеты не могу. Вот на сборах там команда, все это, она все одна, это все терпит, конечно. Ну и, ну тоже бывает хохлушки, знаешь, они вот молодые такие, а потом они это в возрасте, они это, не дай бог там этот, этот, понимаешь ты, вот, хоть убей их, они все равно это вот сделают по-своему. Моете неплохо, но вот не по-моему, во всяком случае. Это... И особенно вот когда там уже за полтинник, там это, они что-то уже чувствуют. Там когда вот эти внуки, какую-то поддержку, знаешь. Когда мы были вдвоем, там я, конечно, это... А вот когда появились дети, а потом внуки, а внуки к ней больше, чем ко мне. И тут она уже... почувствовала этот, как бы тыл, тыл у нее там такой железный. Вот. И действительно эти внуки, это самое, на ее стороне всегда. Вчера Владский показывал, да, на сборах, да, на меня садятся там трое, двое, да, такие бычки. Да. И вот я это стою и качаюсь, а на мне трое сидят, а так. А сейчас что у них там? Тренажеры там, спортзалы, а я все в лесу. А мама-то этот председатель. Говорит, сынок, ну ты все равно этот в лес ходишь. Иди в лес, а то люди скажут, дурачок, как это лес. Представляешь ты? Вот. А там такой Пронька, да, известный конструктор, авиаконструктор. Ну, приезжал на лето, да, там с детьми. Ну и выйдет утром это, занимается. Они скажут, вот второй Проня там был чемпионат Европы, да? Вот. А это игры тоже европейские, но уже там, допустим, не только легкоатлеты, да? Там и футболисты, и гимнасты, и пловцы, там и гребля, и много видов. Ну, как олимпийские игры. Поэтому там, конечно, это открытие там было. Несколько часов там правительство Берлускони, наверное, последний раз, наверное. Вон идиот, когда вот сюда залезет между этих. Короче говоря, наши вот эти гребцы, вся команда завоевала в два раза меньше медалей, чем я один. А это вот не форель, Тамара, это вот это. Ну, вот это форель. Написано, да, я вижу. Так а что ты ищешь? Смотри, там этот опять. Бабка каждый день
окна мои. Они вот. Потрясающе. Когда, допустим, если она усталость есть, да, там, особенно после десиболи, да, ну и думаешь, мамочки, все больше. А потом, когда это вот искупаешься там, да, это встаешь на пьедестал, начинает гимн играть, думаешь, не, опять наливаешься там, ясно. Думаешь, это не конец вообще. Романову Анатолию Николаевичу, главному спортсмену «Березайки», в честь 75-летия от коллектива школы. Ну, главный возраст могли бы не писать. Это я знаю. Но мне приятно, что... Я вот журналистам запрещаю это делать. Но это лично для вас. Я думаю, что еще очень долгие годы вы будете радовать результатами своими. Пожелаем здоровья, долголетия, успехов в спорте. И мы гордимся вами, коллектив 15-й школы. Мы вручаем грамоту. Вот на линейке детям мы вручаем вот по такой шоколадке. И точно так же нашему спортсмену. Спасибо. Ну и чтобы немножко осталось в памяти у нас, вот такой как бы кубок. Вот. Поэтому... Ну я к тем кубкам. Да. Соединю. Поэтому мы очень рады, что вы у нас есть, Березайки, и очень долгие годы, успехов вам, и мы будем спасибо. Еще вас навещать. До слез. И вы к нам. Ну, теперь. Также присоединяется администрация. Так, школа поздравляет. Давайте тогда поздравим. Можно и я тогда уже? От учителей. Ну, это... Ой, стойте, стойте, а вот это надо сфотографировать. Как вы хорошо руку-то пожали. Не курите. Грамота где? Вот грамота, поднимайте. Только сюда, не, вот так. Только вот. Не свое лицо. Ну сюда все посмотрите. Молодцы. Ну-ка. Подожди, подожди, дорогой. Давай, выходи, гуляй. Опа. Мои дочки очень любят отца, они гордятся ним. Виолетта сказала: мама, сколько дед будет жить, сколько и будет бегать. И говорит, ни в коем случае не останавливай его, это его жизнь. Пока он занимается спортом, пока он и жив, без спорта ему будет плохо. Будем надеяться, что еще наш Анатолий Николаевич покажет неплохие результаты. И будем всячески поддерживать его, как только сможем. Вот эти сборная России, да, да и в мире. Вот такие же копья, прутики. Они и на стадионах метают, тренируются. Скоростную вот эту. Для скорости, для техники. Для диска палка у меня, диск металлик.
Семеновну. На, Кузенька, на. На, Кузя, на. На яблочко-то, Кузя. Иди, мальчик мой, иди. А ты-то чего взял яблоко? Ты ведь не будешь есть-то. Ну-ка, сиди. На меня иди поближе. Видишь? Торчат шляпки. Вот они. По самому периметру. Через асфальт переходишь и как раз в лес, в сторону леса. А, ты же здесь в интернете? Да. Тут озерк такой есть, классный. Сегодня Серега говорил, я вот уже он колодцы там делает воду, где-то все пробивает. Кто? Серега-то вот Гикармата привозил. Так он говорит, это я вот уже приеду со своей штукой такой, проверю, может я где у вас здесь близко воду найду. Кто? Колодцы роет. Серега Гикармата, который возит. Ну а что он найду? Ну он занимается этим, колодцы. Ну понятно. Вот он сказал, я приеду, проверю, может Сережка у нас тут да найдешь где? Да колодец, он у бани. Да может и здесь, где близко, вот тут. Где. Да здесь Вовка сверлил, тут везде. Да Вовка, у них совсем другое.
Фу-фу-фу-фу. Вставить раз. Мешок сразу. А это мы отрубим потом ножки. Вот эти мешок, а потом я завтра туда вон. Если вы кишки не будете брать, я ведь не выпускаю их, то тогда я завтра их мешок вон туда свезу, далеко в кусты. Работала и дала нам воду на тем месте. Сладкую же и вкусную, довольную убокпотребие, невредительную же ко приятию имя Отца и Сына Святого Духа, ныне присно и в веки веков. Аминь. Вы не трогайте ничего. Не-не-не, мы по Саша повозим сейчас вот отсюда эту кучу. Пусть он повозит. Да, да, да. Саша пусть повозит, то пусть все трогает. Я по делу, я привыкшая делать. Мне никак не надо сидеть. А вот смотрите, тут все это тоже песок напольный чистый, видите? Немножко время было и все. Еще 4 метра и вода будет скоро. Да, будет вам. У нас замерено. Господь бы дал. У нас по скважине замерено. Да? Да. Так, пошел вон, я сказала тебе. Не мешай работать. Какой стороны, бать? Ну, я если ты сделаю. Что, нормально будет? Здесь прокатим? Прокатим. Воды дам. Я раз принесу, мне на неделю хватит. Я сказала, пошел вон, носи мне воду, грибы промывать надо. Солить. Или грибов надо было не носить. Вот, я говорю. Ага, а сам жрать будет. Я сказала, пошел вон отсюда. А? Ну, что, подержал, давай. Ну, что, долго ждать? Очень долго. И на огород иди, картошенька копана. Они тут стоят курить. Люди работают. Стоит. Облейте, пойдем. А вот это можно? Не мешает это? Не-не-не, ничего. Вы грузите, водите, потому что сейчас грунта здесь будет много. Вашка, так. У вас это, если лед рубить, дома есть подопорная да. Ламу. Да. Коляску пусть свою дадут. Еще долго ждать? Долго, очень долго. Вози это, песок. Иди отсюда вон. Выйди. Иди отсюда вон. Сейчас. Я уйду. Где Сашка? Все работники. Пусть он домой идет. Мне воду росит. И картошку копает. Саша, закрывай дверь. Иди домой. Делай дела. Это тут сам песок. Потом буду. Пол огорода что не копано. Так вот на одну сторону. Видимо, такая. Трусовая. Как да. Ложка, да. Снашивается за жизнь. Да хоть смотрели или бьет. А все узнаем. Что им тут делать? Пусть в огород идут. Иди. Ну-ка, пошли. Я тебе дам сейчас. Иди. Тут еще два кидать сразу. Все. Надо вот эти железяки, батюшка, по-другому нам сделать. Ну, надо еще только аккуратно спокойно подойти. Потому что взять будут две, а так одна. На. Поддержки встанут. Вот так, вперед.
шибу повернуть, наверное, да? Ну, давай на досках. Да. Много. Фишку. Хорошо. Так, ну эти мешают, надо уже, мужики. Давайте повернем. О. О. Еще. Больше не надо. Все, ты его бери. Да. Одним краем. Давай. Лонный передатчик какой? Не надо ничего, лучше поднять до покурику. Не тяните вверх, не выпускайте. Нормально? Погоди. На лестницу. Коль, поправить ты там ничего не надо? А что там, все ровненько. Нормально, да? Берите это, больше метров и месяца, берите. Все ваше. Все, хуже. Не, мужики, на самом деле, сегодня сделали большую часть работы, на самом деле. Хорошо, слава Богу. Ну, вот. И я сказать честно, я боялся за это самое. За спуск. Ничего я не боялся, даже бьет комедрером. Но не стали бьет, а другая на жили бьет, и чем он боялся. Ну, 500 килограмм написано на ней. Когда я приехала, сказала ему. Я говорю, что я очень. Фишки купила мне Женя, так и знаете. Такие, мне надо там купить. Не стой пострелу! Что-то будет смотреть, что у нас хорошим полицей? А что смотреть? Чего смотреть-то? Он уже подперся и все, он пойдет сейчас. Стоять, ходи. Чего, дружок? А? Коль, у нас так солидно слышно, да? Все-таки крюки такие, да? Солидно, да. Хозяйка на нас волком не смотрит, это с утра-то вообще. Да стыдно, конечно, самим стыдно, не то, что хозяйка. Уходи, за что? Давай! Ну. Хорошо. Так. Хорошо, да хорошо. Ничего, хорошо. Далеко не убегай, подожди. Нам на, конец, Коля. Коля, на, привяжи тую. Лестницу привяжи. Давай, сейчас я закреплюсь на ней. Закрепляйся, да. Ага. Забирайте эту вашу. Хорошо. Вытаскиваю. Поднимай. Thank you.
Ну, 10 прямо нафиг. Пресса. Горе, горе, горе. Так, надо сюда его. А потом сейчас вытаскивать его, где делать? Ну, давайте без баллона. Погнали. Ну, с Бога. Хорошо. Все. А ты нам... заряжай, ты заряжай. Так ты нам не зарядить, понимаешь? Тише, Паш, обожди, дай. Все, все, все. Хватит, все. Закатываем пятый, и уже здесь все остальное разбираем. Сверлим, да? Убираем, да, на выдох уж не надо. Конечно, все. Нету проволок. Будете водичку брать из колодца, а мы у вас молочко будем брать. Да, да, спасибо большое. Спасибо. Ну, все, с Богом, да. Большое спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, ага. До свидания. Чего, не забыли, да, кушать этого? Да ничего, сам вернемся. Ага. Все, все, давайте, с Богом, ага. До свидания. Спасибо большое и вам. Дай Бог здоровья всем. Нихуя пенсию не прибавляют, ёб твою мать. Медяшки эти присылают. То медаль, ёб твою, Жукова, ёб твою, там. Эх, ёб твою. Вот Жукова. Да, я. А это, говорил тут ёб. Какая-то, что-то не знаю, какая медаль. Не вижу я. Здесь тоже какая-то. Тут вот. Горел, и тут какая-то. Нет, медалей сколько надавался. Да я не видела тебя столько медалей. Объявил вон сколько. А ты мою-то ветеранскую не взял случайно? А? Не мою, это брошка хорошая. Да, какую-то. Ну, нет, это медаль. Я думала, все, где ж мои часы-то? Какие? Вот другие, эти-то. А там у меня были стопочки. А это Вовки. Думаю, где ж часы-то мои? Нет. А, вон ее сколько-то. Тут, наверное, мои серьги у тебя где-то тут есть, а где-то серьги мои где-то были еще. Да где-то ты, не знаю. Да серьги вон они висят, ёпт. Все молодые носили, все было, все, и брошки, и хорошие, все надарено, все. А теперь я и часы не ношу никак. У меня часы, часики тоже хорошие, видите, какие. И не ношу, и не одеваю, люди на станцию. Где брошка-то? Где эти серьги-то? Да вон висят, ёпта мать. Где висят-то? Пиздец. Они все время висят, ёпта мать. Серьги мои. Ну, конечно, ёпта мать. Это вот это. А, да это разве серьги? А, не знаю. Это не серьги, это ведь этот, как его? Ой, забуду я тоже. На шее-то бусы. А серьги я не знаю где. Это серьги были хорошие. Куда-то пошли. Да может, внучка взяла летом, я и не ношу так. Это вот у деда сколько. Вот деда за сколько, видите, да? Вон всякий, вон он сейчас считать вам будет. Пятьдесят лет победы. Вот это медаль. Это ветеран труда. Это вот это Жуков.
великий сын советского народа. О. О. Жуков. О. Обосрали, блядь, ёптунуть. Выгнали, блядь, Жукова. О, блядь. Это Маткин. Вот моя и Маткин. Это ветеран труда-то. Тут. Ходят они сыт. Тоже не знаю, где часы. А я свои отдал внуку, ёпт. Ходят. Здесь секундной стрелки-то нету. Их не видно. И не слышу. Позавчера только давал, Из коробка четыре спички только горят. Не купить спичек-то вам. Господи, спички-то ведь это дешевые. 10 рублей упаковка. А забываю. Забываешь, купил 2-3 упаковки. А вино-то надо купить. Ну а как же? Давай закругляйся. Сначала вино. Хватит. Ой, горе прям. Горе, да. Горе, горе. Вот выпить-то любят выпить. Хоть убейся, прям это беда. Вот посмотрите в самоваре, какая вода, там самовар даже чистейшая в самоваре нет, другой, даже видно вот дно в самоваре даже, там какой есть, там видно все вот эти, все. Ну. Чисто какая прозрачна, какая вода. Мы с Ваней двое строили, весь дом построили, он один у меня все вот делал, никто не раньше, денег не было, не помогал, а что, один, а потом второй, а потом третий ребенок народился, так мы и жили с ним, вот так построили, потом вроде побогаче стали жить, вот, и вот так мы с ним прожили, 18 мая, 58 лет, я говорю, деда, живи, я говорю, до этого, до 60 лет, как мы с тобой, вот тебе будет 85, а нам будет 60 лет, как мы с тобой живем. Только бы еще пожить маленько бы, пока деда жив, так и мне пожить.